наши красавицы, мы бы хотели вас поздравить с наступающим 8 марта, да, и выразить благодарность за ваш ежедневный труд, за то, что вы всегда рядом с нами, поддерживаете, за то, что без вас бы нам, наверное, все-таки было бы скучно, мы давно передрались бы между собой. А так вы нас радуете, остерегаете от опасностей. И, честно говоря, каждый день, наверное, складывается из тех моментов, когда ты можешь посмотреть на любимую женщину и сказать ей спасибо. Ну и Ирина Владимировна, в лице всех женщин, присутствующих здесь, в связи с тем, что у нас вот в преддверии праздника, мы хотим вам выразить благодарность, подарить этот замечательный букет от нашей команды, от всех присутствующих мужчин. Ну и девушки, женщины, от нас тоже будет небольшой презент в конце, но, так скажем, в связи с тем, что Ирина Владимировна сейчас уезжает, пройдем в таком формате. Прошу не огорчаться на данном этапе, что цветы не дарили. Готовы к вопросам? Задавайте, пожалуйста. Я пару слов скажу. У меня критики не будет, мне все очень понравилось. Проект замечательный, я его поддерживаю. Слышно? Проект замечательный, я его поддерживаю. Более того, мы на самом деле договорились, что мы выберем два пилотных муниципалитета. И вот то время, которое у вас будет работать на самостоятельную работу, мы постараемся в этих пилотниках начать внедрение этой программы. Для этого мы на самом деле планируем.